Фриттата по сути омлет, только на итальянский манер. Ее идеально подать на завтрак. У нас будет вкуснейший омлет, со сливочным и твердым сыром, ароматным базиликом и тонко нарезанным цукини. Вкусно! По желанию, в это блюдо вы вполне можете добавить любые нарезанные сезонные овощи, зелень и ароматные травы. Экспериментируйте! Фриттата всегда получается вкусной и питательной. 1. Цеуки не нарежьте в виде спагетти. Удобно использовать терку для корейской моркови. Посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. 2. Взбейте яйца со сливочным сыром. 3. Добавьте цеукини. 4. Затем добавьте тертый сыр. 5. Добавьте нарезанный базилик, посолите, поперчите. 6. Обжарьте на сковороде как омлет. Приятного аппетита!